Всем привет, вы на канале Beer Hunter. Сегодня будем такой вопрос изучать. Что легче всего метать? Начнем с метания ножа. Этот процесс не быстрый, надо сначала научиться метать нож с любого расстояния. Долгий процесс, я бы должен сказать. Скажете, проще из лука выстрелить? Могу тоже с этим не согласиться. Если брать классический лук, тоже тут свои приспособы. Надо стрелу как-то вверх брать, на тетиву засаживать. И тоже, если вы стрелу неправильно в тетиву засадите и натянете туда вниз, вверх, тоже стрела неровно полетит. И от натяжения все зависит. Стрелы, как вы будете стрелять. Самый простой способ — это стрелять из арбалета, ребята. Особенно из дома Армагеддона. Смотрите, берем, натягиваем, тетива ровно встает благодаря встроенному натяжителю. Берем стрелу, вставляем ее в пазы. И неважно как, она все равно ровно встанет. Все, арбалет готов для стрельбы, в отличие от всего остального. И учиться здесь долго не надо. Просто зарядил, вставил стрелу, прицелился из прицела, блин, темень, ничего не видно, и стрельнул. Все. Самое простое, ребята, это стрельба с арбалета. Метать ножи — это слишком долго учиться. Стрелять из лука — это чуть-чуть поменьше, но все равно надо тоже учиться грамотно стрелять из лука. Иначе вы... Там тоже нюансов полно. Если тетиву не так возьмете, стрелу не так возьмете, это не так, это не так, это не так, тоже стрела не так полетит. Самое простое, повторюсь, это стрелять из арбалета. Взвел, если натяжитель есть, туда установил стрелу, а не болт. Болтает, болтает, когда тяжелая стрела, старинная. Установил стрелу, прицелился и стрельнул. Все. Особого умения не надо, ребята. Ну и все, грубо говоря. Самое простое — это стрелять из арбалета. Надеюсь, видео было... А, кстати говоря, и все это метательным оружием можно обозвать. Что нож метается, что из лука стреляется, это тоже метательное. Что из арбалета. Это все метательное, ребята. Так, кто не подписан на канал Beer Hunter, подписываемся и пишем комментарий, как вам такое видео, особенно снятое в темноте. Я, кстати, тестирую как раз свой новый телефон, и камера там установлена. Честно сказать, я почти вообще ничего не вижу. Как видите, свет не включен, снимаем в темноте. Ты видишь что-нибудь? Ну вот и я тоже, ну, тебя вижу, потому что лицо освещается от экрана. И все, поэтому пишем комментарий, как вам тоже вот съемки с телефона. По тьмах. Я даже не видел, куда я стрелял. Так, метатель все может. И пишем комментарий, как вам вот такой вот тест. Повторюсь, самое простое — это стрелять из арбалета. Особенно от Beer Hunter Doom Armageddon. Так, самый классный, я считаю, арбалет для стрельбы. Ну, расстояние тут маленькое, в тьмах все-таки. Всем пока, до новых встреч.